Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменей одобрил достигнутое шестеркой соглашение по иранской ядерной программе и распорядился начать его выполнение. В письме к президенту страны Хасану Роухани он призвал к бдительности и отметил, что США и Евросоюз должны официально объявить о снятии санкций с Ирана. 14 июля Иран и международные переговорщики достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного плана действий, согласно которому с Ирана полностью снимаются экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза. Тегеран, в свою очередь, гарантирует мирный характер своей ядерной программы.